Ребята, всем привет! Ребят, всем привет! И у нас для вас последние суперсвежие новости по нашей машине. Во-первых, нам ее не починили. Нам сказали, нам насчитали очень много ремонта, и страховая фирма сказала, мол, мы не будем столько вам за столько денег ремонтировать, поэтому мы вашу машину... Потому что эта цена превышает стоимость машины. Да, и нам сказали, поэтому мы вашу машину списываем в потерю имущества и пересчитаем сумму и заплатим вам столько денег, сколько стоит ваша машина. Да, сколько она стоит на рынке. Да, и нам посчитали на $500 дороже, на самом деле, чем мы купили машину. Да. И поэтому сейчас... Мы ищем новую машину. Мы ищем новую машину и находимся сейчас и на улице, где расположены центры, где продают все машины. Да, здесь прям как в кино. Да. И вот мы ищем все новую машину. На самом деле это будет очень сложно по нашему бюджету найти себе хорошую машину. Будем сейчас, наверное, целый день ездить. Мы хотим, да, что-то поновее купить, но это очень сложно. И недорогое. Поэтому нам придется потратить очень много усилий на ее поиски. Да, ну я надеюсь, мы найдем. Да. Пожелайте нам удачи. Приехали в Автопланет. Ну что, где машина нашей мечты? Не знаю. У них тут можно в кредит брать машины, и они даже без всяких кредитных историй подтверждают. Да, да, им лишь бы продать. Ничего себе. Я нашла машину своей мечты. Ну, ты ее загораживаешь. Вон она стоит, последняя. А, красная? Угу, такой цвет еще. Как из мультика. Пойдем посмотрим поближе, она, блин, там шумно. Там, смотри, она какая-то переделанная. Нифига. Прикол. Приехали в новое. Пока что все, что нам предлагают, стоит выше нашего бюджета. Что там, кстати? $3,500. How much? 55? 3,500. $3,500. Mario, my wife is from Russia. I'm from Poland. Mm-hmm. Patricia. Poland is not Russia. No, but close by. Yes. Do you have a phone on you? Yes, yes. Hi, Mario. Hello, Kate. Ходим за чуваком. Он пока нам ничего не показал. Мы просто за ним ходим. Рассказывай про велика. Мы сейчас приехали к Марио, и у него нет машин за нашу цену. И он такой говорит, тихо-тихо. Он делал тихо. Вид, что показывает нам. Да. И говорит, я не могу помогать другим магазинам, но у меня типа друг работает в другом магазине, и я вас, говорит, к нему сейчас отправлю. Он ему позвонил, и такой ходит, весь шушукается, конспиратор такой, пш-пш-пш, по телефону. Бобби, I have a buyers. Типа, у меня есть покупатели, типа, ты тебе интересно, нет? Он такой, да, приезжайте ко мне. Он такой, тихо, никому не говори, все нормально, все скрыто, агент 07. Такой, что-то ушел, походил там, да, такой, типа, машины смотрит. Вернулся, забрал телефон, оставил нам карточку. Сейчас поедем туда. Мы сейчас поедем к Бобби и посмотрим, что у него есть. Да, потому что здесь тоже дорогие машины. Приехали в место, где до этого покупали машину, и... Наверное, здесь одно из мест, где на машинах есть цена и написан сразу год. Вот, Паша пошел, вон ходит, смотрит без меня, потому что на улице очень жарко, солнце вообще очень сильно печет. Я осталась в машине с кондиционером. Вот он сейчас сам один сходит, посмотрит, потому что они уже вроде закрываются. Новое место. И какое уже по счету? 10. Наверное. Нет, не 10, наверное, 6-7. Ну тут, кстати, дешевые машины, но они это. Здесь тоже, кстати, написаны машины, эти цены и года. Да, очень удобно. Угу. Смотри, я нашел машину для тебя. Вот. Как ты любишь. Где? Вон так, как в тачках. Да. Они как бы недорогие, но они старые, все, половина из них покоцанные, побитые, да, какие-то. Вообще. С виду нормальные. Если присмотреться, то они не очень. Просто охота уже нормальная машина. Чтобы там салон был поновее. Да. Какого-то 2005-2007. Смотрите, что Катя нашла. На машине пин-код. Прикинь, это сейчас... кнопочки. Прикинь, ты сейчас раз и откроешь. Она, кстати, смотри, машина какого-то там 90-го года. Вообще внутри, да, чистенькое все. Прям нормально. Вон я.
Поехали дальше. Поехали. Нам сейчас вот показали вот такую Suzuki Forenza. Forenza. И да. Ford Focus там. Там еще красный. Ты слышала? Он сказал, что он, короче, $1000 накидывает к себе, на себе, mm-hmm. чтобы навариться. Жесть, да? Вообще, и как раз это 1000, на которую, на которой дороже машина стоит. Да. В общем, она стоит 4000, а нам надо где-то за 3. Вот. Я ее за 3 взял, давай за 4 тебе продам. Успокойся. Нормально они зарабатывают. А еще там прикольные машинки стоят, сейчас покажем вам. Вот твоя мечта. Да, моя мечта. Они тоже, кстати, продаются, да? Да, мне кажется, продаются. Офигенные. Вот это вообще классно, 28-го года, прикинь. 29-го вообще. Нравятся вам такие старые машины, раритетные? Нам очень. Даже как не уверен, что она ездит. Да? Какое и за тобой тоже прикольная. Вон там видела трехколесная стоит. Вон та белая? Да. Малютка? Мы проголодались и сейчас заедем в магазин. Я хочу купить суши. А ты что будешь себе покупать? Не знаю, курочку, наверное, барбекю. Или как она там, orange chicken. Ну пойдем посмотрим, что там есть готовое. Какие взять? Ну ты, конечно, нашла окос спросить, я их вообще не очень-то сильно люблю. А вот такой можно. Темпура ролл? Да. Я вообще люблю вот как, типа, с Филадельфией, когда... Может, такой взять? Как думаешь, какой? Не знаю. Здесь вот есть всякая такая разная курочка. Острая. Какая тут еще есть? Зажаренная. Паше что-то ничего не нравится, он поест дома. Да? Да, смотри, вот я никогда не понимал вот этих макаронов. Макароны с сыром, да. Не проще ли дома самому приготовить? Че еще возьмем? Хочешь пончик? Нет, тут не вкусные пончики. Мы хотим какой-нибудь взять десертик. Смотри, лимон. Или тут, смотри, или тут лимонное, только вот это сверху крем и все. Не знаю. Не нравится тебе такой? Mm-mm. Видите, вот. Мне нравится какой-нибудь вот такой. Весь кокосовый, банановый. Такой, может, возьмем? Что это всего $6 стоит. Давай такой. Соленый карамель. Ой, и внутри шоколад. Прикольно. Вот этот, наверное, вкусный важный. Возьмем? Вот этот просто шоколадный. Давай вот с карамелью. Мне нравится. Мне кажется, мы так растолстеем еще больше. Ну, просто что тут хотелось сладенького. Скоро не будем помещаться. Смотрите, что есть в этом супермаркете. Это просто... Это очень круто. Зачем ты закрыл с собой-то? Вот, кто знает английский, читайте. А кто не знает, рассказывай. Чтобы вы шопились, чтобы у вас поход в магазин был незабываемым и суперклассным, пожалуйста, наслаждайтесь бесплатными снеками в виде фруктов для ваших детей. Держи, ребеночек. Спасибо. Вот там еще есть яблоки и мандаринки. Вообще здорово. Паша набирает яблочко. Вот, я еще взяла лимончики. Взяла себе зеленое яблоко. Еще хочу какое-нибудь взять. Не знаю. Напишите, какие вы любите яблоки. Я люблю вот такие яблоки. Яблоки Золушки называются. Как эти? Золушки это. Ну, с гномами, которые быстро. Белоснежка. А, Белоснежка. Вот. Я люблю такие яблоки. Яблоки Белоснежек. Угу. Ну, такое блестящее. Как будто не настоящее. Но... Мне кажется, вот эти вот хорошие, вкусные. Да, наверное. Эти вот. Они стоят в 3 раза дороже. Угу. Смотрите, что мы нашли. Нектарины.
давай возьмем две попробовать, потому что не факт, что они вкусные. Да их надо, чтобы они были такие мягенькие чуть-чуть, да? Ну, не сильно. Ну, вот может вот такой. Ладно, вот тут. Вот, мы еще взяли еще вот такие зеленые яблоки. И вот я думаю, еще вот такой взять попробовать. Мне кажется, они как ранетки. Давай возьмем. Давай. Кого бесят люди, которые не соблюдают правила дорожного движения в супермаркете? Ставьте обязательно лайк. Тебя подвести? Снимаешь скрытая камера, что ли? Я поправила сразу прическу. Я лохмач вообще. И кола черри. И пепси черри. Мне не нравится, если честно, черри. Мне нравится натуральная пепси. Возьми жвачку какую-нибудь. Возьми. Возьми две. Таких? Да. Смотрите, девчонки, гелскауты продают печеньки. Как в кино. Прикольно. Пойдем посмотрим, что у них там есть. Мне страшно. Мне тоже. Hello. Hello. It's like in movies. Oh, okay. Like, okay. Смотри, там прям в тачке переда нету. Это вот она вылетела туда в забор. Смотри, нам машет милиционер дядька. Я ему помахал. Тоже. Офигеть, сколько тут милиционеров приехало.